Еще турниры есть впереди, в принципе, будем играть еще. По физическому состоянию могу сказать, ну, готов не полностью, не на 100%, но сейчас потихоньку набираем форму, я думаю, сыгрываемся. И я говорю, еще все впереди, еще, грубо говоря, месяц есть. Набирать и физически, а психологически у меня все хорошо, все отлично, позитивное настроение, готов работать, отдаваться.